объясняю сейчас перед Владиком, перед тобой. Я быть на проекте. Или мы ходим отсюда, или я ухожу один, Кать. Или я не ставлю перед фактом, я тебе не упрекаю. Или да, или нет. Честно, без матов не могу говорить. Я тебя люблю, честно, уважаю, если я переписываюсь. Ты для меня очень важный человек. Я не могу по-другому. Я не могу. Мне нервы не хватает. Честно, мне плакать, твой Артём. Что мне делать? Я не бить стены. Не бить. Что мне делать? Я устал. Я не могу по-другому. Все. Или мы уходим. Или... Другие варианты. Я собираюсь уходить. Все. Кать, оставайся сама. Влад тебе поможет. Я не могу. Семья, я не против того, чтобы вы уходили. Это ваше право, вы как семья можете. Просто я против другого, чтобы вот это вот так вот сейчас проходило в каком-то невероятном, извините меня, накале ЕГЭ.